Привет всем, несмотря на то, что обе коллекции на Тунс этого сезона 22-23 мы собрали, две коллекции по 16 киндеров, обычно и такая качественная, да, 3D, тем не менее, вот такие вот упаковки из четырех киндеров вышли в Германии, и захотелось их тоже распаковать. Вообще вышли они в четырех дизайнах, у меня здесь две, поскольку онлайн заказывал, да, что пришло, то пришло, но вот увидите сейчас, да, всплывут еще два дизайна других коробочек. Ну что ж, соберем еще раз, тем более одной еще альпаки не хватает мне, чтобы две коллекции на Тунс собрать этого сезона. А что у нас здесь? Здесь у нас Малинах Цален, то есть рисовать по цифрам. Вообще, когда был маленький, очень любил рисовать по цифрам. Здесь у нас Киндер говорит, что внутри коробки есть код, его надо загрузить, и тогда может быть скачать шаблон для того, чтобы вот как раз рисовать Малинах Цален. Ну, обязательно в видео увидим, как это все дело выглядит. Давайте распакуем, может повезет, и как раз вот это самое альпака мне и попадется. Итак, посмотрим. Так, что у нас здесь? Здесь у нас традиционно код, конечно. Так, не будем его показывать. Попробуем загрузить. Скорее всего, он одноразовый. И да, загрузим все четыре шаблона, хоть загрузить, и тогда распечатаем, порисуем тоже с ребенком. Вообще, да, рисовать по точкам очень классная штука. Нравилась мне всегда. И интересно, как Киндер реализовал эту идею. Итак, продолжим. Посмотрим, что у нас в итоге здесь попадется. Так, здесь у нас все коллекционные, поэтому сборок для мальчиков не вышло, но в этом году Киндер отлично сборки для мальчиков, сборки для девочек засунул. Да, тут он без проблем у него оказалось. Итак, у нас здесь косуля, очень часто она мне попадалась. Так, кто не видел предыдущие три обзора, как мы собирали эту коллекцию, тот, да, вот так вот выглядит этот вкладыш, 16 игрушек снова. Очень качественные, так же, как и в прошлом году. Да, ну вышло две коллекции, одна более качественных, одна менее качественных. Ну, обе мы уже собрали на канале. У нас так, и здесь вот у нас косуля. Самая, наверное, такая простенькая в этой коллекции. Да, видели мы уже не раз, много повторок было, но тем не менее, да. 16 игрушек. В принципе, у нас 16 киндеров сегодня распакуем. И небольшой малюсенький шанс есть всю коллекцию сегодня собрать за раз, если ни одной повторки не будет. Ну, посмотрим, как пойдет. Итак, следующий у нас на Тунс. Открываем. Так. И надеюсь, что все-таки альпака хотя бы еще одна нам попадется. Нет, это у нас белый волк. Итак, белый волк. Такой полярный волк. И да, все то же самое. Вкладыш то же самое. И так, осталось его только собрать. Ну, тоже очень классно. Смотрите, как он классно прорисован. Вообще, эта коллекция сделана отлично. Да? Так же, как и прошлогодняя, собственно. Итак, здесь у нас... Как он тут вставляется? Предлагает нам вначале... А, да, вот так вот его ставить. Да, вот так вот вставляется волк. И тоже, смотрите, прям классно прорисованный. Тут у него шерсть такая, смотрите, хвост. Ну и шевелит он так немножко головой, лапой. Итак, вторая игрушка с этой коллекции есть. Продолжим. И потом обязательно код ведем и посмотрим, что же там за такие... Все четыре кода ведем, посмотрим все четыре... Все четыре рисунка. Так, здесь у нас наш дельфинчик. Нет, или акула, или кит. Так, троица у нас была в этой коллекции. Так, это у нас, судя по всему, кит. Да, очень классно он получился в гигантском киндере. Вообще гигантские в этом году классно все получились. Да, там 5 игрушек коллекции, удалось у нас собрать их все. Вот такой вот кит. Это третья игрушка из этой коллекции. Так, посмотрим. Хочется еще одну альпаку, две коллекции когда соберется полных. Так, смотрим, следующий киндер у нас. Нет, это у нас верблюд. Верблюд что-то частенько попадается, и не только в обзорах, но и просто в киндерах, которые покупаем между делом. Так, здесь у нас, да, частенько верблюд попадается, но тоже очень классно сделан. Смотрите, прям верблюд в этой коллекции тоже классный получился. Так, следующую распакуем коробку. Здесь у нас панда на обложке, которая у нас супер тяжелая. Вот кого-кого, а панду легко найти. Да, в этом сезоне она в тяжелом киндере находится. Так, ну что ж, положим здесь. И так, давайте распакуем следующую четверку киндеров на сегодня. Итак, надеюсь, у нас повторов не будет. Ну, конечно... Вряд ли такое возможно. Так, здесь у нас акула сразу, да, долгожданная акула, которую долго-долго мы искали, тоже ее, вот и альпаки мне не хватало, и вот она все-таки еще раз попалась, но у нас и в прошлом выпуске, в третьем попалась тоже
еще раз. Да, вот такая вот у нас классная акула шевелит хвостом. О, вот так, распадается на части только наша акула, потому что надо ее правильно вставить. Да, вот так вот она вставляется. И да, и подставку тоже поднять. Есть акула, и пока все неплохо идет. 5 у нас без повторок игрушек открыли. Следующий киндер посмотрим. Так, ну посмотрим, когда-нибудь, наверное, уже и повторки пойдут. А может быть и нет. Может, мы сейчас так с легкостью и всю коллекцию еще одну соберем. Нет, белый волк, ну и все, коллекцию мы не соберем. Первая повторка на сегодня. Так, идем сразу дальше. Посмотрим, сколько в итоге в этих 4 упаковках у нас игрушек из коллекции попадется. Хочется альпаку все-таки. Так, нет, кит. Так, это у нас еще одна повторка. Так, ну теперь распаковка наша быстрее пойдет. А следующий у нас это... Кто у нас здесь? Так, ну, надеюсь, альпака. Тем более она у нас тут на обложке, да? Такая симпатичная. И нет, лягушка. Ну, тоже новая. Да, лягушка попадается. И... так, где у нас? Вот так вот она. И такая тоже очень яркая и симпатичная коллекционная игрушка в этой коллекции. Итак, следующую упаковку. Так, посмотрим. Следующие 4 киндера. Интересно, что там Малин Нахцалин. Как это сделано? Красиво, не очень. Ну вот, видите, распечатать. Было бы, конечно, классно, если бы киндер просто по почте прислал. Как бывало раньше, да, упаковка из 4. Это были майки у нас и чего только не было у киндера. Так, ну посмотрим, как это все дело будет работать. Так, смотрим. Следующий киндер. Снова белый волк. Да. Далее. Пока что у нас только 6 игрушек, да. Из коллекции даже пол коллекции в итоге у нас еще не собралось. Так, следующий у нас это снова наша, наша косуля. Так, далее открываем. Далее открываем. Пока что всего 6 игрушек. Удастся ли хотя бы пол коллекции собрать? Ну и альпаку очень-очень хочется. Нет, верблюд. Да, верблюд, я же говорю, часто очень попадается. Очень часто попадается, но он симпатичный вообще в этой коллекции. Итак, следующий киндер у нас это, смотрим, это, эх, не альпака, это снова наш кит. Да, ну вот прям все одно и то же попадается, к сожалению. Так, ну еще у нас есть 4 киндера на сегодня. Все же верю я хотя бы в одну альпаку, да. А то обидно, да, что в итоге у нас только одна коллекция и собралась, да, никак нет второй альпаки. Так, ну, может быть, сейчас все-таки повезет. Смотрим. Да, пока что всего 6 игрушек. Прям не так много. Мне кажется, в каждый выпуск у нас больше в итоге попадалось. Так, ну, мы открывали, правда, по 24 за выпуск. Так, смотрим. Это у нас очень классный, как он называется, чтобы не перепутать, морской котик, да, это у нас морской котик классный попадается. Есть он тут еще рыбу у нас, да, сразу же. Вот такая вот классная, да, игрушка. И так, как он тут у нас... Как-то у него тут засовывается, да, все это дело. Лапки сюда. Да, и потом сверху еще корпус. А вот такой вот у нас симпатичный морской котик попадается, лапками шевелит. И это 7-я игрушка пока что сегодня, неповторная. Итак, продолжим. Да, посмотрим потом все-таки Малин Нахцалин, как же выглядит. Так, еще 3 киндера у нас осталось. Ну, я все-таки верю, что еще одна альпака попадется. Смотрим. Нет, это у нас панда, которая, собственно, на обложке, да, одна из 4, кто попал на обложке игрушки. И да, она у нас такая большая, тяжелая. Тут вот надо ее так вот защелкнуть, иначе она не соберется. Да, надо вот попасть. Да, вот тут есть такие прорези. В них корпусом. Да, вот так панды. Ну и тогда, если попали, то все тут дальше уже просто. Да. Вот такая вот тоже очень классно прорисованная панда. Да, такая большая панда. И это у нас уже 8-я сегодня игрушка. Ну что ж, пол коллекции в итоге собрали. Не так плохо. И еще 2 киндера. То есть можем даже 10 теоретических игрушек собрать. Так, ну, надеюсь, раз панда попалась, то
И альпака попадется. Нет, это у нас обезьяна. О, кстати, обезьяна тоже какая-то редкая. Да, я не помню. А про альпаку помню, что второй нет. А вот обезьяна. О, нет, была, помню, еще одна повторная обезьяна. Да, такая вот она какая-то вроде бы тоненькая, простенькая, но все равно очень, очень симпатично получилось. Итак, мы ее собираем. Да, и обезьяна. Так, обезьяна у нас тоже. Так. Все, вот, есть. Такая вот симпатичная обезьяна. Это девятая игрушка сегодня. Последний киндер на сегодня. Итак, удастся ли мне две коллекции собрать? Смотрим. А, последний киндер. И нет, бегемот. Ну вот, альпака прям редко в итоге оказалась. А, бегемот. Уже всех остальных у нас было много, а альпаки так вот в итоге и повезло в итоге нам в прошлом выпуске, что она у нас попалась. Тут у нас бегемот такой разинул пасть, очень тоже большой и симпатичный, но тем не менее 10 из 16 мы сегодня собрали игрушек, тоже неплохо, отличная коллекция, ждем, что будет в следующем году. Ну а в этом сезоне вторые коллекции будут Avatar 2, которая тоже у нас уже есть на канале, в декабре в Европе, и Miracles World тоже есть на канале, как она будет выглядеть, эта коллекция. Можете найти, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем спасибо. Пока-пока.